Доброго времени суток, дорогие друзья, на связи Юрий, и в этом видео мы рассмотрим очень интересную технику, а именно технику игры большим и указательным пальцем правой руки, то есть возможность играть фингерстайл только двумя пальцами. Итак, приступим. Если заглянуть в прошлое и вспомнить таких гитаристов, как Биг Билл Брунзи, который играл в 30-е, 40-е, 50-е годы 20 века, мы обратим внимание, что он использовал именно такую технику, и звучало это достаточно убедительно и насыщенно. Что же кроется под этой техникой? Здесь большой палец используется нестандартную технику. То есть здесь мы играем бас, и далее на вторую долю мы отыгрываем аккорд. То есть у нас получается раз, два, 3 на 3 мы играем также ноту, на 4 мы играем аккорд. И получается вот такое заполнение. То есть здесь звучит практически самая полноценная ритм-гитара. То есть, в принципе, сопоставимо, если мы будем играть всеми четырьмя пальцами, например, бас, аккорд, бас, аккорд, бас, аккорд, бас, аккорд, бас, аккорд. И вот эту функцию выполняет всего лишь один палец. То есть большой палец играет по всем струнам. Далее переходим к указательному пальцу. Здесь также отличительная особенность. То есть, если взять, например, традицию классической гитары, то в классической гитаре звучало бы так. То есть, мы играем мелодию и играем только тот звук, который выписан в нотах. А здесь же указательный палец выполняет роль также фактически ритм гитары, плюс верхний голос играет соло-партию. И звучит это так, то есть он ударяет по всем струнам сразу. Это напоминает немного игру боя или игру чёс, то есть когда мы играем обычные песни, мы используем эту технику. Так, но в той технике мы используем кисть, здесь же работает только палец. То есть нужно научиться ударять пальцем по четырем струнам. То есть первый, второй, третий, четвертый. Если мы играем со второй, то в принципе можно дойти и до пятой струны ударом пальца вверх. И звучит вот так вот. То есть вот та же мелодия, которую я только что проигрывал. И, соответственно, когда мы соединяем, то есть добавляем большой палец вместе с указательным, то получается полноценная картина. Давайте послушаем. А по левой руке здесь очень важный момент, здесь нужно выставлять аккорд целиком. То есть, смотрите, если мы играем бас шестую струну, потом у нас, допустим, четвертый прижат, соответственно, можно поставить только один палец. И здесь первая струна. Если бы было на классической гитаре, было бы вот так. То есть играли шестую, четвертую и первую. Ну, то есть поставили бы два пальца и довольствовались бы этим. Здесь, так как мы ударяем по всем струнам сразу, нам необходимо выставлять аккорд целиком. То есть аккорд Е целиком. И смело вы ударяете по всем возможным струнам, которые вы в состоянии задеть. То есть большим пальцем до второй струны и указательным пальцем до четвертой струны. Ну что ж, я думаю, что вы убедились в том, что реально играть двумя пальцами, но должен еще сказать один момент, в нотах и табулатурах не выписывается вот этот вид техники, выписывается только бас, то есть по одной ноте, то есть, допустим, шестая, четвертая, пятая, четвертая, ну и, собственно, мелодия по одной ноте. Вот такую музыку играть вот этим способом
нельзя, она просто звучать не будет, то есть будет очень сухо, очень скудно достаточно и неинтересно. То есть здесь надо добавлять вот эти вот звучания, то есть удар указательным и удар большим пальцем. Ну что ж, я надеюсь, что этот урок был для вас полезен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Юрий. До новых встреч!